Ну, давайте посмотрим, что же тут нам приготовил Рувик. А как насчет того, чтобы просто вот сюда вот так вот выстрелить? Сколько у нас времени? А, снова начинает подсвечивать. Ладно. Ой. Непорядок. Ну, а теперь терпимо. А, вот как можно сделать. Но я даже прицелиться не могу. К сожалению. Так, не сюда, а вот сюда. Да что ж такое? Думал, успею пробежать. Но, увы, не получилось. Я, конечно же, немножко расстроился. Успеешь? Да. Эх. Только не ту. Обезвредили. Так, пошли. Слушайте, ну... В таком случае, может быть, даже имело бы смысл обезвредить все, потому что у одной детали они добавляют. Ух, жесть. Так, и снова. И снова у нас тот же самый вход в здание, где располагается маяк. Ну, заглянем. Посмотрим, какие здесь изменения произошли. Я, кстати, даже помню, здесь вместо лифта были двери. И по-прежнему убежище доступно. А хотя нет. Поглядите, кресло утащили. А, снова можно сохраниться. Ну нет, спасибо. На кой мне так часто сохраняться? Make it out alive, I'm never riding in an elevator again. Как-то это все страшно выглядит. Даже опасаюсь подходить туда. Доктор Хименес. А, да, смотрите, вон, внизу, в этой ванне. Ничего себе. Ну-ка. Кто здесь есть еще? Лесли. Здесь пусто. Джозеф. Кидман. И, наконец, он сам. It can't be. Help! Help! Help!
Sebastian. Get away from him. Sebastian, listen to me. Stop. Your interests are the same as ours. Look, I get it. You're not just some rookie detective, and this is not just some ordinary kid. You killed Joseph and you shot me. So right at this moment, that's enough reason for me not to trust you. You're a good man. That's why I... It doesn't matter anymore. If you know who this kid is, if you know anything, you know why he can't be allowed to live. Bullshit. It's Ruvik. He's the one that... Так, ну ладно, побежали. Быстрее, 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 быстрее. Ну, вроде получается. Но какой же он стрёмный. Так, ускоряйся, ускоряйся. Аккуратно. О да, то что надо. Так, 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 поприцельнее. Yes. И в него. Вот так. Так, еще одну лапу бьем.
Отлично. Следующая. Нет, ну подождите, но... Ну как же так-то? Нет, я не про гранатомет, а про то, что его нанизало. Так, получай. Ну? Еще? Неплохо. Добавляем. Есть еще выстрелы. I created this world. You cannot keep me here. Ruvik. I'm going to finish this. Sign, sir. Leave that one. And those two. They're not going anywhere. No one can. Ugh.
Go! Detective, are you all right? Is there anyone else? Just give me some real fresh air. Дорогие друзья, это было прохождение игры The Evil Within на канале RusGame Tactics. Для вас играл и комментировал Александр Плав. И, пользуясь случаем, хотел бы вас всех в очередной раз поблагодарить за вашу поддержку и за то, что продолжаете смотреть видео канала RusGame Tactics. На этом все. Спасибо за внимание. Играйте в игры и всем пока.